очередной ручей в лесу. И вон там, вот видите, вот, вот в этой точке свежая кора. Это бобер грыз. Для того, чтобы на этом ручье построить запрудики. И вот смотрите, вот это вот место, вот видно, да? Лот поломан, он здесь вылезал. Вылезал для того, чтобы вот там вот дальше, видите, буреломчик. Он начал плотину строить. Такой вот ручей, на котором скоро вода подымется и все затопит здесь вокруг. Чтобы бобры здесь строят плотины. Вот у нас совсем небольшая запруда. Видно, что сантиметров на 10 здесь выше лед. И дальше вода течет спокойно. А вот здесь я могу даже стоять. Очень интересное место. Ручей кружится вокруг всех вот этих вот кочек, промывая себе дорогу. Зимний родник потихонечку воду выдавливает из возвышенности, вот из этой. И она намерзает. И вот дальше туда вода потекла. Как обычно, у нас тропинка закончилась, дорога закончилась. И вот вдоль вот такой вот просеки бурелома мы ползем. Где-то впереди кладбище. Вот у нас ориентир кладбища. Там внизу ручей, про который я рассказывал. Такие у нас путешествия зимние. Пока снега немного, пока можно по лесу гулять, ползаем с великами. А вот на краю леса и заброшенный пионерлагерь. Проваленные потолки. Там достаточно интересно. Можно погулять. Такая длинная-длинная казарма, в которой иногда всякие личности могут находиться. Страшно найти здесь какого-нибудь трупика. Вот. Вот раньше была здесь комната. И провалилось все полностью нафиг. Туда люди все еще заползают. Огромный. Огромный пионерлагерь из нескольких секций состоит такого типа. Поверь в любовь, поверь в меня. И половина потолка упала. Инсталляция на потолке. Такие покатушки у нас зимние по заброшенным всяким местам. Вот у нас речка замерзла. Самая быстрая речка рядом с городом. Постоянное течение очень сильное. А в этом году схватилось. То есть обычно зимой она не замерзает. Всегда посередине есть проталины. Переходить ее опасно. Только в некоторые годы удается. А сейчас схватилось. Мороз стоит хороший. Так вот все переломало во время замерзания. Собаки там пошли гулять. На середину. Потом вот так вот приходится пробираться. Между заборов иногда. Что руль по ширине идет, я даже перед велосипедом идти не могу. Здесь есть очень необычный дом. Шанхай называется. Посмотрите, сколько пристроек. Сколько разных пристроек. Разных окон. Разных крыш. Это все один дом. Представляете, да? Как там, сколько там людей живет. Сколько там внутри вообще планировок, я не представляю. Но выглядит он, конечно, очень внушительно. Настоящий Шанхай. Конечная точка нашего сегодняшнего путешествия. Такой вот кукольный домик. Очень необычный коттедж. Много-много окон, всяких башенок. Каждый год его приезжаю посмотреть, но летом. Сегодня мы сюда зимой добрались. Смотрите, какая необычная все-таки конструкция. Жалко, что с другой стороны к нему не подобраться, потому что там просто болото.